Всем привет, с вами Иван Кожей, мы продолжаем обозревать еду из сети фастфудов Chicken Hut. На этот раз мы будем обозревать Long Burger. Данная булочка обошлась мне в 14 гривен 50 копеек. Обычная упаковочка, бумага, которая используется, в принципе, я так понял, во всех булках сети Chicken Hut. Вот такая вот у нас длинная булочка. Вот, отличненько, так, откроем. Посмотрим, так, котлета наша, отлично, вижу помидоры, салат или пекинская капуста, немного какого-то белого соуса, так, походу, все, давайте попробуем это все дело. Вкусно. Ну и, в принципе, достаточно сочно, вот помидорчики, капуста, все это вообще в тему. Он не такой сухой благодаря этому, и, в принципе, хочу сказать, что такую длинную булочку удобнее есть, чем стандартная, наверное. На этом у меня все, с вами был Иван Кожи, подписывайтесь на мой канал, всем пока!